и голуби необыкновенной красоты и размеры сирень. Вот если относительно ногтя, то это вот такая большая сирень. Красивые цветы, кустики какие-то такие белые, розовые, сиреневые. У нас сегодня похолодало, после 27 стало 17, ну так тепло, солнышко светит. Хорошая сегодня погода, в такую погоду хорошо дышится, не жарко, только что очки надеть и все. Мой аутфит сегодня. Ноги уже в балетках. На босу ногу. Мой обед. Пельмени. Или завтрак. Масло кидалки. Внутри масло сливочное. Масло кидалки. А? Вкус чувствуется. Жарила лук на масле сливочном. Не вкусно? Нет, вкусно. Красота. Красный огурец. Ага, она под твердая, как огурец. Я говорю, огурец. Я точно так же сказала. Это не помидоры, огурцы, какие-то такие маленькие пельмешки. Получились. Красота. Три луковицы маленькие, натираю на терке. Кусочек сливочного масла и все, теперь это поджарю. Поджарю лук. Хорошо. Пока жарится лук, 3 стакана муки. Соль. Яйцо одно, пару столовых ложек растительного масла и воды, ровно такой же стакан, не полный стакан. Вот если бы я сюда кинула яйцо, то был бы полный стакан жидкости. Вот приблизительно столько жидкости я и наливаю. Стаканы одинаковые, что муки, что воды. И замешиваю тесто. Вот вообще, как я понимаю, хорошее тесто у меня получается или нет. Вот я собираю, когда все тесто, вот собрались хлопья, они должны быть влажные, а здесь остается немного муки. Вот когда остается немного муки, тесто будет более плотным, а я не люблю плотное тесто, поэтому вот здесь пару с ложки прям начинаю. Ну, вот даже на глаз делать тесто, вот собирается все, что собирается, а здесь вот чуть-чуть такой более сухой. Сухое тесто, вот столовую ложку соединила. Вот если оно все соединяется, все, дальше я не буду наливать воды. Но если не соединяется, то можно добавить еще. Вот это собирается в комок, а вот эти части нет. Поэтому еще чуть-чуть, немного вот совсем. Ну, в среднем это где-то вот стакан жидкости на 3 стакана муки, тогда получается нормальное тесто. Все собралось в комок, все. Сейчас соберу, замешивать не буду, дам полежать. Полежит, и потом будет легче замешивать. Не трачу сразу много сил. Собрала, лучше даже в пакетик сложить. В пакете оно себя лучше ведет. Все, оставляю. Вот поджариваю лук, когда он начинает приятно так жарено пахнуть. Вот этого достаточно, больше не надо жарить. Теперь вот этот фарш. У меня два здесь фарша. Все, и опять прокручиваю через мясорубку, пропускаю через мясорубку, для того, чтобы фарш был вот просто гомогенный такой, как паштет. Не чтобы никаких ни жилок, ни лука не чувствовалось, но просто будет запах лука. Фарш готов. Пропустила. Такой нежный сорт. Фарш мой готов. Тесто мое полежало. Сейчас я его вынесу. Вот оно полежало. Вроде такие кусочки. А начинаю вымешивать, оно становится мягким, эластичным. Расстелила. Теперь гаджеты проверяю. Не прорезалось. Такие получились у меня. Так, не очень хорошо режет. Скользит по яйцам. Вот эту пробую.
Отлично. Отлично. Так. Здесь я делаю маленькие по размеру пельмени. Отлично режется. Вообще, когда гаджеты выбираете, выбирайте, когда вот, чтобы пластик был толстый. Почему? Тогда он прорезает и раздвигает тесто. Если пластик получается тоненький, то он не раздвигает, и опять тесто прилипает. Я уже много всяких таких покупала и выбрасывала. Потом поняла, что нужно, чтобы вот эта часть пластика была толстой. Здесь почему-то тесто прокатывается. Так, это маловато получилось. Можно такие налепить. Такие налеплю, но следующие будут большие. Потому что так я до скончания века буду лепить. О, маленький. Мини леплю, кино включаю. Так, мясо делаю, залепляю. И получается такая кошечка. Кошечка мне больше нравится. Вот так. Ну, красиво же. Кино смотрю и леплю. Из двух гаджетов больше понравился вот этот. Вот этот. Единственное, сейчас сделаю расстояние пошире. Этот меньше всего понравился. Этот крутой. Пельмехи красоты. Иногда мне, иногда вот, как, когда никого дома нет, я сижу тихонечко, я могу мелкие пельмени налепить, настроение бывает. Иногда мне хочется такие, как манты. Это все дело настроения. Ну, красиво. Нравится. Нравится, когда красиво. Когда красиво. Теперь сделала шире. Красота. Не можно я. Так. Классно режет. Просто классно. Горочкой сложила. Они тогда не будут обветриваться. Буду брать по одной и лепить пельмешки. Лепила, в морозилку заложила. Теперь, когда неохота будет готовить, у меня есть еда. Ну что, всем пока. До новых видео.